Друзья, у нас срочное включение. Цены. Заехали в Ленту просто купить, покушать, перекусить. И охренели от цен. Посмотрели, как возросли цены. За 2 дня цены чуть ли не в 2 раза подпрыгнули практически на все. Гречка уже стоит 200 рублей. Сейчас тут дальше будет видео со всеми этими ценниками. Просто охренеете. Пишите в комментарии, у вас также в ваших городах поднялись цены или нет. Давайте в комментариях пообщаемся. Очень интересно, насколько сильно в России сейчас все будет дорожать. Мы сегодня в Ленте, и мы просто обалдеваем от ценников. Ценники изменились за 2 дня. Вот я скажу, что, например, я покупала все вот эти вот вещи еще неделю назад по 160, по акции, по 180. Просто внимательно смотрим. Это еще по акции, да? Это еще акции идут пока что. Когда они закончатся, будет трэш вообще. Я вот где-то 2 недели назад покупала рис какой-то классный для плова, он стоил 80 рублей. Гречка по 219. Пакетики для варки, например, что мы берем? Мы обычно покупаем здесь рис, если нужно куда-то порционно. А рис мы берем. Вот этот эфир, да, вот он стоил 49 рублей. Вот это. Он стоил 49 рублей. Брала его месяц назад, наверное. Так, внимательно дальше. Фасоль по 119. Это кочевая. У меня вот это. Я кускус, это брала. Ну, сейчас он типа без акции, но я была. Была по акции в районе 100 рублей. Киноа 366. Я такую киноа беру по 8. Ну, по акции по 80. По 80. Вот это я пробовала. Доброе время, 100 рублей. 90-100 стоил месяц назад. Дальше идем масло. Так, к примеру, какое мы берем? Ценники. Ужас, это ужас. Так, вот такое мы брали легкое масло, 350 рублей было оно. Объем, по-моему, чуть меньше. Чуть-чуть поменьше. Был не вот такой маленький, да? Вот есть, знаете, чуть-чуть побольше. Объем мы брали. Тоже недавно что-то. Вот такое мы брали масло. Оно, ну, это жесть. Тоже в районе, там, 300 рублей было. И то считаю, это дорого, не самое лучшее масло. Макароны. Так, например, вот это мы брали. Это 30 рублей было 2 недели назад. Это всю жизнь было. Шмаль по 30. Это. Вот это только не изменилось. По 18. Вот такие. Ну, качество здесь не очень нравится. Это. Я не знаю, что за фирма. Я никогда не покупала. Здесь, конечно, что-то по акции, типа такого рода. Фермасса. Шмаль. Масло. 215 рублей. Вот, 365 дней. На него даже. А, нет, вот есть. 80 рублей. Я не знаю, что это за масло, но я никогда не беру. 119 рублей. Вот это, которое всю 70 рублей стоило. Это по акции, да, завтра она будет 203 стоить, да? И это 0,79. Даже литр. Вот такое есть, да? А там капуста по 56 рублей. Всю жизнь она стоила 20-30 рублей. Здесь что по зелени? Вот это по акции тоже. Брала по 300, обычно он стоит тут 452. Это очень дорого. Вот просто смотрю, на какой-то укроп есть по акции, ладно, ладно. Вот набор зелени, просто набор зелени здесь 100 грамм. 89 рублей. Я не знаю, куда это лук. Это лук зеленый. Лук здесь на салат. И то мало будет, я думаю. Я бы больше покупала на салат. Какая-то петрушка есть по 89. Такая, не знаю. Не знаю. Картошка. Вот. Очень маленькая на камере, все больше выглядит, очень маленькая, ее замучаюсь чистить. Вот такая картошка. И вот это по 90, вообще не знаю, что это. Это таких цен вообще ужас. У нас 90 картошка, это ужас. Это очень дорого. Ну ладно, еще можно сделать скидку на то, что сейчас зима и не окупится. Но я думаю, цены уже не опустятся. Все. Это все. Не знаю, мы сильно фрукты не едим, редко. Хурма по 229, не знаю. Вот авокадо я беру, сейчас он по 89, но так он по 151, эта штука. Ну, эта акция, вчера была, я была здесь, была эта акция, сегодня тоже. Это пельмени. Мы берем пельмени не здесь, но здесь бывает, но редко. Ну, 600 рублей, это вообще, это кошмар, я не знаю, что это. Это вот эти маленькие по 600 рублей. Здесь, наверное, это 500 грамм, 600 рублей 500 грамм. Капец. Так, здесь это по акции, так они по 670, так они по 300, сейчас 348. Не знаю, они невкусные. Сейчас покажу, какие мы берем. Они более-менее хотя бы из всех здесь. Вот я по ценам прохожу, да? У кого что? Может, это с нами не согласен, у кого-то другие цены. Я не знаю, но напишите нам, потому что вот... Вот, мы берем вот эти. Они более-менее вкусные. Ну, 329. Вот эти, 329 мы берем. Стоили они... Ну, 300 рублей. 300-302 рубля вот так вот они стоили. Это буквально мы тоже недавно брали. Это вообще, я не знаю, это никогда мы не покупаем ничего такого. Сыр мы редко покупаем, у нас он не уходит. Ну, на сыр тоже хана, конечно, цены. Всякое разное, конечно, есть, но вот. Но это дорогие сыры, они там всякие. А, мы вот камамбер брали недавно. Вот так. Он стоил нам в районе 150 рублей. Что-то сейчас он здесь 200. Мы брали вот такой, в такой упаковке. А, вот, такой мы брали. Бри и камамбер мы покупали. Это было 200,
в районе 200-250 рублей. Вот от мяса мы вообще в шоке. Вот я не знаю, как вот, ну, это ужас какой-то. Потому что вот я вот это я вообще никак не ожидала. Самая стремачая курица, она, блин, она настолько сухая. Вот я вообще даже перестала уже покупать, потому что она просто на каких-то выращенных кормах от родителей. Вот это более-менее 319 рублей. И это по акции, она будет 431, да, завтра-послезавтра. 227 на кости, вот это микроскопическая хренота, это ужас. Филе куриное, 400, что? У меня, блин, у меня просто слов нет, это жесть. Крылышки по 196, так грудка стоила, вот буквально недавно. Что тут еще? Ну вот голени, да, две голени. 189, они примерно на килограмм. Ну я не знаю. 189, это слишком, это очень дорого. Ну вот единственное, что я на тушке вижу нормальные цены, еще более-менее. Это получается за килограмм. За килограмм тушки было у нас, но они не сильно выросли. Рублей на 20, наверное, они выросли. Это маленькие, там большие, большие полутысячи. 2000 рублей большие, 2 килограмма. Это маленькие, нечищенные. Так, рыба. Ментай, я не знаю, 208 рублей, мне кажется, дофига. Так, вот, есть такой ментай. Я сильно рыбу не ем, она у нас ужасно невкусная. Она вся перемороженная на 10 раз. Поэтому она отвратительная у нас на вкус. Я сильно рыбу не покупаю. То, что я покупала, это что-то в акции было. Вот в таких вот упаковках что-то. Может быть, и хек, не знаю. Ну вот хек, 349. Нет, я бы так цену не купила, однозначно. Рублей 200 и 250 максимум. Я так полагаю, за сколько бы я купила. Я покупала где-то полтора месяца назад, у меня до сих пор в морозилке лежит. Ну не знаю, вот это было вот этот хек, наверное. Это шашлык маринованный. Вот. Ребрышки по 409. Грудинка 393, да? Это курица 429 по акции. Ребята, 150 рублей. 150 рублей было. Буквально вчера мы здесь были. Вот это было, вот 181, это голень. Было вот 225. Вот это было, по-моему, по 180. Ну, 184, что-то такое. Ну, курица еще, ладно. Ну вот, все остальное кошмар. Так, я показываю то, что мы покупаем, потому что я только на этом ценнике более-менее, да, ощущаю. Значит, вот это я беру, эту капусту и вот белую. Значит, цветная 69. Но это не изменилось. Это по 82 брокколи, но она была по 70 с лишним, 74 рубля. Цветная капуста была, ну, в районе месяца назад, даже меньше, наверное, месяца назад она была что-то 54. Что такое 54? Здесь у тебя вообще ценники неподъемные, вообще не 300 рублей. Это я даже, я этого никогда не покупаю, потому что это дорого. И тут 400 грамм всего, когда это сваришь, это будет 200 грамм по итогу. Ну, вот цены такие. Соусы мы такие не покупаем, насколько я помню, они стоили в районе 50 рублей все. 50, 70, если какой-то такой интересный. Ну, вот такая обычная цена была у них, насколько я помню, сильно на них не заглядываюсь. Здесь развес. 250 рублей за килограмм, да, но она вся, вот смотрим, она вся в глазури. Она настолько сильно водой разбавлена, что когда я варишь, я пробовала покупать, нет, это невозможно. Ее сваришь, она 100 грамм в итоге. Так, ну мороженое еще какое-то покупаем, раз мы здесь. Посмотрим, тоже мороженое, но это вообще, это ужас, это кошмар. Это что творится? Так, что мы покупаем? Вот такое натуральное мы покупаем, палета. 114 рублей стоило, но 86, по-моему. Ну, не все, оно разное есть, оно есть это, там всякое разное, вот кокосовое, я вот обычно беру кокосовое, вот смотрю. Так, кокос, шоколад, палета, 114. Лично я покупала 3 недели назад, где-то примерно это мороженое, мне 60, по акции оно было 60 с копейками. Но без акции было 80, 114. Так, дальше. Так, еще я покупаю вот такой этот, это Сникерс. Так, смотрим. Вот, Сникерс по 75, 52. 52 он был, когда я покупала креветки просто.